детстве был друг, его звали Антон. Когда из-за аниме я знал лишь покемонов, он уже смотрел Евангелион на кассете. А по телеку он каждый день ждал, пока Sailor Moon. Это же туфта, я недоумевал, нахрена это ересь ему? А потом, как понял, там японские девочки в коротких юбочках выгибаются, прыгают, бегают. Пусть там сюжет для наивных дурочек, всяко покруче союз мультфильмов. А потом посмотрел я Еву, так сказать, проникся культурой. Философии сразу отбросил я, формы ценю, а не содержание. И для всех поиски истины, что хотели сказать создатели. Для кого-то оно тревожное, а кому-то душе спасательно. Ну а я смотрел, потому что там японские девушки в коротких юбочках выгибаются, прыгают, бегают. Пусть там сюжет для наивных дурочек, всяко покруче союз мультфильмов. Там японские девочки в коротких юбочках выгибаются, прыгают, бегают. Пусть там сюжет для наивных дурочек, всяко покруче союз мультфильмов.